Улыбающаяся комната хочет тебя съесть. Срочно ставь лайк за 3 секунды, и ты выживешь. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик Бро. Я сейчас в Майнкрафте на версии 1.12.2, и если я так говорю, то ты уже понимаешь, о чем это видео. Да, сиды. И, в общем-то, сейчас надо создать новый мир, потому что, ну, как бы сид. А во-вторых, я иду на мостового червя, да. В прошлый раз он стрёмно показался что-то там, но я его видел мало, очень мало. А сейчас я хочу его точно увидеть, прям вообще, прям увидеть-увидеть, и даже, может, подраться, как-нибудь подойти к нему. А то я его в тот раз не заметил, а теперь я понимаю, но он же как бы сидит в туннелях, поэтому его надо убить. Или хотя бы... заметить, я хочу его просто заметить в этом мире. А, стоп, что я меняю вообще? Здесь ничего трогать не надо, также тут ничего трогать не надо. И можно создавать мир. Сейчас попробуем повыживать, там, не знаю, домик построить. Или же просто в приключения пойти. Вот сейчас вот сижу, думаю на самом-то деле, что мне вообще делать. А, так, это что такое вообще? Я сейчас не понял. Это очень редкий биом, что ли? Да? Неужели? Серьезно? Каменистая земля. Да! Это редкий биом! О, да! Вот это уже вызывает подозрения, честно говоря. Посмотри, какой все-таки этот биом. Да, сложность нормальная. Какой это биом подозрительный, странный. Посмотри просто. Я впервые такое вижу, блин. Там, блин, нет, ну, Крипер, ты серьезно? Ладно, взрывай меня, короче. Здесь без шансов выбраться не смогу. Сразу, короче, надо добыть дерево, и, наверное, я буду все-таки вглубь этого биома идти. Стоп, а там что? Это уже в обычный биом переход. Я хочу в этом новом биоме походить. Ну, как сказать, новом, просто редком. Вообще, вот эти все новые биомы, они такие прикольные, как вот блин, я забыл, ну, где тоже каменистая земля есть? Там вообще такая пустошь, но вроде там есть деревья, а еще есть биом грибной, как я помню. А еще какой? Что-то уже вылетело из головы. Ну, в общем-то, они же вообще капец редкие, эти биомы. Или не такой уж он редкий, я просто, ну, не так уж и много играл на 1.12.2. Но сиды я проверял. И заметь, это первый раз, когда... Стоп. Я кое-что забыл! А-а-а! Выходим! Че я натворил? Мы с тобой червь не тут, тут его не будет. Я забыл вписать сид. Вот это облом! Только не ставь дизлайк за то, что я забыл. Так, мы с тобой червь. Здесь самое главное. Маленькими буквами. Bridge Worm. И все, вот так надо делать. Вот глупый, я сейчас сижу просто немножечко в шоке, что я сделал. Насик, что ты сделал? Ладно, все, создаем снова мир. Bridge Worm, все так. Это создание Тревора Хендерсона, кто не знал, можете загуглить, кто это такой. Он рисует и сиреноголовых, и мультяшных котов, его фишка, его прикольчики. Начинаем. Сейчас уже точно вот будет то, и здесь, наверное, уже не будет, скорее всего, никакого нового биома, точнее, нового, ну, как сказать, нового, просто подозрительного биома. Ну и да, я даже как-то разочарован немножечко, но, в принципе, около меня есть биом джунглей, это тоже, на самом-то деле, не так уж и плохо, как казалось, как кажется даже, ну, реально. Нормальный биомчик. Тоже можно что-нибудь найти. Все-таки он тоже редкий. Ну как, я джунгли вообще стал мало встречать. Раньше, вот когда я играл в Майнкрафт, постоянно джунгли, они меня бесили. А вот сейчас, что-то как-то джунгли я редко нахожу. Наверное, потому что слишком приятный биом. Из-за вкусности, которая там есть. Это арбузик, это какао-бобы, или как они там... Короче, какао, и можно делать себе каково. Печеньки. Это же вообще, это просто, ну, рай для любого майнкрафтера. Печеньки — это всегда классно. Я люблю крафтить печеньки вообще. И когда играю в выживалки, вот часто печеньки делаю, если нахожу джунгли. Да и вроде даже на сиде разок делал, потому что, ну, это очень реально классно.
делать печенечки. Ну, блин, пока что я ничего не нашел. Ну, вот как видишь, просто иду под джунглем несчастным. Вообще, мне кажется, как будто кто-то за мной следит. И почему у меня вот бесит, когда пролагивает? Типа, я играю нормально, и тут бам-бам-бам-бам-бам-бам пролагивает. Чё за бред? Вроде не должно ничего глючить, а, блин, глючит. О, привет. Кстати, мне говорили семенами его вроде кормить, если я не ошибся. Можно приручить его сейчас попытаться. Давай. Давай, ты будешь моим, я хочу тебя. Ты классный очень. Пожалуйста. Ну что ж ты такой, это, прожорливый? Давай. Ну хоть один разок. Да ты издеваешься, что ли? У меня не хватит столько семян на тебя. Вот козел. Короче, отказал он мне. Сказал, не, иди ты нафиг, Найсик. Я не хочу с тобой ничего это дружить. Ну ладно, я сейчас все равно добуду еще и буду настырничать. Я буду еще его кормить, пока у тебя пузо не отвалится. Вот, молодец, послушался сразу, как угрозы пошли. Ну все, малыш, идем за мной, ты летишь? Ой, какой же он милый. Так, ладно, пойдем с тобой вместе, ты вообще классный. Стоп, а его можно как-то посадить себе на плечо? Иди сюда. Эй, да ты... Шо, давай, садись. Ой, все, это вообще топчик. Все, короче, у меня топовый пет, теперь нам ничего не страшно. Мы с тобой, червь, меня как-то уже, честно говоря, не пугает. Нет, на самом деле он меня... Ты куда делся? Вот засранец. Садись на меня. А, вот, shift. Нельзя на shift нажимать, понятно. Ой, нельзя ускоряться, что ли? А, я понял, короче, мне надо двоеточие... Ой, какое двоеточие? Два раза просто вперед нажимать, чтобы бегать, потому что если нажать Ctrl... Я не понимаю, почему ты слезаешь? Ну, слушай, ладно, летай просто, за мной ходи, я не против. Все, здесь хавка есть у нас теперь, потому что арбузики джунгли нам дали. Дары природы чисто похаваем. О, приветик, ты мне показался, как будто арбуз. Ну, ладно. Есть какие-нибудь... Я слышу маленьких зомбиков. Даже погромче сделаю, все-таки. Обычный Майнкрафт. Зомбаки были. Наверное, тут где-то шахта. Ну ладно, это нам не нужно. Ой, кстати, там скелет был внизу. Я вот думаю, мостовой червь... так ли он опасен? Ну да, голодает. Ну да, может голодать. Да, он может меня убить. Но я могу же как-то, ну, справиться с ним, может. Может, мне что накрафтить? Я попробую, короче, сделать каменный меч все-таки. И червячка этого найти. А может, он где-то будет. Есть ли тут какой-то... Стоп, это что? Ой, попугайчик там летает, какой милый. Вау. У меня даже... нет, у меня похожий. У меня зелененький, няшный. Просто няш пуси-муси-пуси. Ладно, все-таки я выйду из этого вонючего биома. Ладно, какого вонючего? За что я сейчас биом обозвал? Обычного биома, ничем не привлекательного. Никаких здесь заброшек нет, я так понимаю. И вообще, давай на другой остров поплывем. Хоть раз в жизни надо взять лодку и просто уплыть. А то мне надоело на этом острове бегать. Я ничего не добыл. Здесь слишком красочно. Чё, курочки там себе сделали бассейн, и они купаются, ну, то есть горку? Ну, вообще, конечно. А вот тут пупс за мной уже не ходит. Ну и ладно, покеда. Здесь осталось совсем немножечко добыть. Вот так. Так, значит, что мне надо? Так. Не помню. Все вспомнил. Верстачок готов. Лодочка готова. Теперь просто на всех парах уезжаем. Вы меня все за... Я хочу на Бали. Тут море туз. Ой, там море туз. Вообще путаюсь уже. Как вообще? Не знаю кто. Эх. Природа да природа. Вообще, в Майнкрафте это классно, потому что ты один уединяешься просто. И делаешь, что хочешь. Плывешь там. Убиваешь монстров, развиваешься, строишь дом своей мечты. Вот обожаю за это Майнкрафт. Умиротворение полное. Что? Это же тоже редкий биом, да? Из этого, как он, керамика или из чего он сделан? Я что-то подзабыл уже.
Это вроде желтый песок, возможно. Или, или как? Ну, не желтый песок, а красный. О, красный песок. Конечно, это не очень то, что тут один песок. Это, нафиг он мне вообще нужен, вопрос. Песок. И вот эти мертвые кустики. Это, пожалуйста, к нубику, как обычно. Блин, неужели здесь нифигашеньки нет? Как я буду с мостовым червем сражаться вообще? Не, я, конечно, вот в плохой биом забрел, честно говоря. Мне здесь вообще абсолютно нечего делать. О! Золото? А, да, здесь же это. В таких шахтах, в шахтах этого биома очень часто спавнится золото. И я не помню, спавнится ли тут... А, тут еще заброшенные шахты очень часто бывают. Может, все-таки мне пойти покопать? В шахту спуститься? Попробовать что-нибудь найти. Но здесь ни одного дерева. Абсолютно ноль деревьев. Зачем я вообще сюда зашел? Может, может, что будет? Я не знаю, ну, хоть что-нибудь. Ладно, мне придется, кажется, в шахту идти, я не знаю. Хотя тут у меня даже ресурсов нет. Капец какой-то. Не, я здесь не хочу останавливаться. Пошли. Или все-таки спрыгнуть? Так уж и быть, ладно. Уже мне некуда идти. Нет, там слишком темно, я не хочу. Кажется, мне придется умирать. Ладно, давай умрем. Бессмысленно тут находиться. Давай, убивай, короче. Плохой биом, забрели просто в неудачное место. Только надо чуть музыку убавить. Давай, давай, убивай, убивай. Ну, 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 ты что ты меня не убиваешь, ну? Вот, все, завалили. И мы снова возродились в нормальном месте. Может, что здесь изменилось, а? Мы с тобой червь. Неужели никого нет? Может, я вообще поиграю 20 минут и никого не встречу, типа. Такое бывает? Вроде обычно на сидах все хорошо у меня. Всегда кто-то есть! Чего? Я же сид Бриджворн поставил. Почему такой же биом? Прям вообще совпадает все. Может, у меня шиза? Вполне вероятно, блин. Когда видишь вот такое, перед тобой, оказывается, был... Там биом офигенный, тут биом странный, который был на прошлой карте прям рядом. И также... Нет, там он сразу прям был первый биом, а здесь очень близко. Это просто невообразимо. Я, кстати, думаю добыть вот эти камушки по приколу. Сейчас вот добудем дерево вот тут вот. Еще надо вот это. Ой, я что, сбил? Вау, там... Ну, слушай, а есть вообще что-нибудь... Вот этими камнями. Надо попробовать добыть. Ага. Еще вот дерево. Еще дерево. Сколько мне вообще дерева надо? Наверное, мне еще до камня дойти надо. Вот как раз скопаю вот эту штуку. Может, под ней уже сразу камень? Ага. Или нет? Я просто не знаю. О, привет, зайчик. Такой няш. Ох, что же мне делать? Просто добывать дерево в этом на этом несчастном острове. Уже как-то не камильфо, честно говоря. Верстак готов. Это очень хорошо. О, кстати, камень есть. Ну ладно, я покопаю хоть где-нибудь. Не без разницы. Так, кирка. Еще что надо? А, все, в принципе. Кстати, можно вскопать, в принципе. Я очень хочу этот камень. Можно себе, не знаю, домик сделать из этого странного камня. Честно говоря, почему бы и нет. Кстати, у меня сейчас видео еще выйдет. Надо комментарий написать. Потому что я люблю комменты писать. О! Чего? Я сейчас с таким лицом просто сижу. Я не вдупляю. Чего? Почему именно у этого камня... А чё, под другими тоже такое или чё? Привет. Взорви тут все, давай. Молодец. И чё, ничего нет. Сейчас я... Сундук. Ничего себе тут ресурсов. Это где такое видно вообще? Ладно, у меня теперь... Есть хоть какая-то защита от Бриджворма. Это очень хорошо, честно говоря. Ну как, честно говоря? Ну реально, честно говоря, почему бы и нет? Здесь есть что-нибудь? Там какая-то шахта. Тут какой-то проход. Ну точнее, тупик.
Там вот тоже проходы, то есть реальная шахта. А чем заканчивается вот это вот туннель или что это? Ну, туннель скорее, да? Стоп, я какой-то звук слышу. Звук мостового червя вот прям. Вот это. Вот это вот противное. Есть кто? Я зайду. Ладно. Спускаемся в шахту. Мне здесь страшно. Я слышу звуки. Давай, взрывай, только это самое. Сильно тут не ломай ничего. Мне еще нужно здесь осмотреться. Блин, здесь очень жутко. Прям капец. Обычная шахта, а тут пугает вообще. Привет. Ладно, у меня хотя бы есть оружие, я могу мочить зомбаков и всех ТДТП. Это очень хорошо. Получай. Опа. Еще криперы, давай, давай. Нападайте. Стоп, стоп, стоп. Успокойтесь, успокойтесь. Чего вас так много? Куда я выбираюсь? Не, здесь тупик. Ладно. Тогда идем дальше. Пока ничего, в принципе, не происходит. Просто я звуки слышал. Ну и до сих пор слышу иногда. Обращать внимание на них нет смысла. Чушь, не так уж и пугает. Soft, soft, soft. Что происходит? Это что было сейчас? А, это мостовой червь! Охренеть! Чего? Чего? Он меня убить хочет! Так, 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 так! Он очень быстрый! Он идет за мной! Он прямо за мной! Ни хрена себе, он жуткий! Че это за хрень такая? Фига себе! Эй, не трогай меня! Чего? Чего? Не убивай, пожалуйста! Пожалуйста! Нет, нет, нет! Я столько выживал! Отвали! Отвали! О, черт! О, вот это я пересрал! Вот, вот, извини за выражение, но вот реально сейчас... Вот это... Просто уму непостижимо. Какого хрена? Какого черта тут происходит вообще? Что? Это... Ты видел его рожу? Это что такое за существо? Я впервые... Я думал... Господи... Он жестче, чем прошлый. Этот прям увидел меня и как напал. Я даже не сразу втуплил, кто заорал, что произошло. Мне надо найти снова эту точку, но она слишком замаскирована. Наверное, чтобы каждый не мог найти ее. Охренеть. Какой у меня план? Честно говоря, плана нет. Я просто хочу прийти и... избить этого червя. Но представляешь, я сейчас буду ходить, скитаться по этому лесу темному и не найду. Потому что я, во-первых, заспавнился вообще хрен пойми где. Как мне найти ту точку, блин? То есть я реально неподалеку. Сейчас можно найти по дереву разломанному, которое я трогал, помнишь? Добывал. И вот рядом камень. Только где, где? Пожалуйста, найдись. Интересно, а почему червь... ну да. Я же нашумел, червь увидел меня и сожрал. Рожу свою раскрыл, стрёмную. Наблюдать бы хоть раз за ним. Вот, конечно, такие вот пирожки, да? Чи, да? Чи, да? Стоп. Это генерация просто странная. Давай еще раз умрем, короче, мне вообще без разницы, сколько я буду умирать. Главное сейчас найти то, что мне нужно. Это ты сам знаешь что. Так, ладно, я заспавнился. Я иду в какую-то сторону. Наверное, вот в эту сторону я иду. И вот тут... Нет, не туда. И вот тут... Или не туда? Я не знаю, я уже потерялся просто. Не тут, что ли? Блин, сложно, конечно, но ладно. Вот здесь вот, возможно, где-то. Главное не расстраиваться. Все еще впереди.
Да, кажется, я нашел. Или это не то место? А, это обычная лава, господи. Неужели я не нашел то место? Ну, где оно вообще? Блин, я не хочу его терять. Давай я сейчас на паузу поставлю, побегаю здесь очень долго. Я не знаю, сколько я еще бегать буду. Придется ставить на паузу, мне кажется. Все-таки мы его увидели. Это уже хорошо, но хочется больше, больше. Где же, где же? Ну, я сейчас подумаю, где оно может быть. Ох, не так уж и долго я ходил, и вот он, этот... Ой, господи, идут за мной! Надо бежать! Нет, нет, пожалуйста, не убивай, я очень долго искал этот путь! Отвали от меня! Блин, он прям за мной! Так, здесь надо как-нибудь аккуратно спуститься, чтобы не пораниться. Вот туда... Нет! Уже, блин, утро, а я вот наконец-то нашел, очень долго ходил... Черт, я вот вроде уже сейчас запомнил, где оно от спавна. И теперь можно идти. Картоха здесь одна гнилая просто. И вот сюда теперь спускаемся, идем. Нет, блин, он снова тут. Надо его привалить. Так, он за мной? Он за мной, он за мной. Вон он, вон он. Так, где мои вещи? Стоп, а где вещи-то? Они где-то тут были. Может тут? Вот черт, он же за мной идет. Пока что он не за мной, да? Пока не вижу. Так, ладно, где-то тут-то. Надеюсь. Нету? Да где мои вещи, черт тебя подери? Неужели они пропали? Этого мне не хватало, блин. Они же здесь должны были быть. Ладно. Нет, отвали, отвали, серьезно? Ну ты серьезно? Не убивай меня, пожалуйста. Охренеть, он жуткий. А, я понял, я не туда шел. Блин. Он за мной! Он меня сейчас зажал! Нет, нет, нет! Пожалуйста! Так, бежим, бежим, бежим! Он прямо сзади меня, вон он! Вот, смотри, пока можно! Так, блин, я случайно остановился, и сейчас он меня убьет! Возможно! Быстрее, быстрее! Черт! Ладно, спасибо тебе за просмотр, короче, пиши, какие еще сиды проверить. С тобой был Найсик Бро. Также подписывайся на канал, если еще не подписан, и смотри мои прошлые ролики, и тоже ставь на них лайки. А с тобой был Найсик Бро. Не теряй!